Тверские студенты получат грантовую поддержку на развитие своего бизнеса. Фонд содействия инновациям подвел итоги первой волны грантового конкурса «Студенческий стартап». Среди победителей две команды тверских студентов. С одной из них встретилась Наталья Чекет. Пока еще по коридорам университета, но уже уверенно и бодро движется макет многоцелевой робототехнической платформы. Ее создала команда школьников и студентов на базе клуба «Физика. Начало пути». Требуется большая команда, потому что сфер, в которых нужно разбираться много, а человек, он не универсален, он не может знать все и вся, поэтому здесь какой-то конкретный человек закрывает конкретную задачу. И в целом получается создать вот что-то подобное, что вы видели, перемещается у нас по коридору. Суть разработки в том, что роботизированная тележка может перемещаться по складу, заезжать под стеллажи и палеты и перевозить их по территории предприятия. Это позволит сэкономить время и деньги на процессе хранения товаров. В данной тележке используется Robot Operation System. Это система, на которой работает вся сама тележка, ее позиционирование. Также по отдельной электронике для управления двигателей. Ну и, в принципе, сам корпус тоже разрабатывается нами. В дальнейшем будет разработан новый корпус из более прочных материалов. И сама тележка уже будет тестироваться на складских помещениях. Работать тележка будет от аккумулятора. Для подзарядки она сможет автоматически возвращаться на базу. Кроме того, робототехническую платформу оснастят камеры технического зрения, которую также разработала группа тверских студентов. Она необходима для ориентации робота в пространстве. Робот должен, во-первых, ориентироваться немножко, но скорее именно техническое зрение для распознавания рукометок. Это собирание образов с помощью видеокамеры и уже обработка их с помощью алгоритма компьютера, а не с помощью простого человеческого наблюдения и анализа. За свою разработку команда выиграла грант в 1 миллион рублей от Фонда содействия инновациям. В дальнейшем ребята должны будут создать полноценную робототехническую платформу и протестировать ее в реальных условиях работы. Конкурс «Студенческий стартап» впервые проводился фондом, региональным представителем которого с этого года в Тверской области стал центр «Мой бизнес». Здесь оказывают всю необходимую помощь тем, кто решил оформить заявку для получения гранта. Во-первых, нужно, да, как-то людей и сориентировать по программам, которые есть, посмотреть, на какие, в общем-то, они потенциально проходят. Помогаем в оформлении заявок, готовим их к защите своих проектов на комиссии заседания Фонда содействия инноваций. В общем, таким образом отслеживаем, помогаем им как-то реализовать свои проекты. Кроме того, в центре «Мой бизнес» для инноваторов, кто только претендует на получение грантов, проводятся образовательные мероприятия. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировалось в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям, считает губернатор Игорь Руденя.